Тигры тоже читерные, их фиг увидишь. И даже самолеты плохо видят. Вот в ранге, если попадается какой-нибудь. Уксин. Тигры. Не, вертолеты тигры вот эти. Они же невидимость дикая. И вот там начинают развлекать на больших картах. О, это ужас. Один на один как играешь. Ну, опять сел, технишь на центр. Зачем им этот центр? Мы в лесочке поставим. Командник занитрали, мы все, и до свидания. Пускай там сидит ордапер. Улетай разбитый. Собью сейчас. Вон тигр тоже есть. С первого раза? Да ладно. Ну, 60% точность. О, один тигр, видишь. Это хорошо. Значит, у них на земле вообще не хватает. Прикол в том, что есть разведка, скажу, как называется. Вот это НЗАС, которую можно использовать как пехоту вообще без проблем. Угу. Она висилась еще круче. И прикол в том, то, что она колесная, понимаешь? Это такое вот механизированное колесное пехота. Как можно сделать это по гигару? Я просто не понимаю. Строны не хотят стрелять по пути. Команде прочарли тебя. Пантера убила Роунд. Танк какой-то, сейчас посмотрим. Это Абрамс, блять. А, это Леклер. Леклер? Команде покупаю на их сектор. Thank you.
какое сейчас это здание? А МХ стоит. Убил. Короче, ракета Мердера летела на упреждение по поедущему по шоссе в бок АМХ-10РЦ колесному, да? Ага. И он вдруг остановился. И ракета делает такой, знаешь, огромный сдвиг влево. Бедные фальшегеры 90-го года. Ну, теперь можно Дельту обрабатывать свободно. Либо вообще Браво. Да, Дельта не нужна, там 10 поинтов, и то моя командирка держит. Я не знаю, как они в Диме такие большие зоны, и не знаю, как на этой карте играть. Против шлака особенно. У него скорострельность хорошая. 10 и автопушка. Ой, тут фальшегеры 90-го года, офигеть. Видал, как гренадеры разложили в фальше? Много шлака, нужны какие-то танки хорошие. У меня есть два. Ну, где-то патроны кончатся. Все.
А, вот. Ну, гранатера фальши 90 года до слива. Там потихоньку штурмуют. Я тоже сейчас буду потихонечку зажимать. Какой-то тур пробили. А тут одни резервисты, это можно врываться и убивать. Вызвал Хамани. А вон их не Хамани сидит. Пойду прогуляюсь, да. Леопарда остался. Чем ты его так? А, они справа хотел захватили, видишь? Ну, это не страшно. Вон кабанечек, да? Эх, чуть-чуть я не дошел, он где-то там. Ладно, сейчас. Все, уже улетел. Ну он примерно там, я не уверен. Такие бомбы, что? Ну я тогда тоже побомблю. А, двигает. Thank you.
Микрофон, командир. Я вылетаю, нет? Нет. Райан. Рейдж квит, наверное. Тигр летит в огонь. У Леопарда 1 хп остался. Все. Ой, командир, куда у меня в ногу встал? Again.